9000 заявок и 53 варианта. В Екатеринбурге завершился сбор предложений от горожан по месту для храма Святой Екатерины. Теперь мэрии предстоит выбрать 5-7 наиболее популярных площадок, согласовать их с застройщиком и епархией и вынести на общегородское обсуждение, то есть провести опрос. То, что это будет именно опрос, а не референдум, стало известно сегодня. Юристы администрации Екатеринбурга объяснили, почему в этом случае уместна лишь форма рейтингового голосования. Если коротко, на уровне города референдум проводится исключительно для решения глобальных вопросов, таких как, например, утверждение генерального плана или правил землепользования. Строительство собора Святой Екатерины под эту категорию не попадает. В нашем случае законным может считаться лишь один способ учета мнения горожан – опрос, который обещают провести по схеме выборов. За то или иное место для нового храма екатеринбуржцы отдадут голос на специальных избирательных участках.